Люси. Но я все-таки кое-что хочу сделать. Для вас в знак моей признательности и уважения. Да, а что? Чтобы вам не было так скучно, сын Люк, я хочу вам оставить моего пажа. Что? Сын Люк, не протестуйте, не протестуйте. Это прелестный мальчик, поверьте. Люси, я ненавижу пажей. Предложите его королю. Ну, подождите, сын Люк, не противьтесь. Вы попробуйте, он вам понравится. Люси, с вашей стороны неучтиво и жестоко так издеваться надо мной. О, боже мой, семейство сын Люк сведет меня с ума своими упреками. Я знаю, что вам нужно, сын Люк. Люси, Люси, нет. Да. Нет, Люси. Да. Тысячу раз нет. Жан. О, Господи, ну быстрее. Христова, Жанна. Ну что, господин Бессендук, отослать его обратно? Нет! Ни в коем случае. Люси, я клянусь вам вечной дружбе. Что там происходит? Король и герцог рвут друг друга на куски. Нет, по-моему, все-таки прелюбопытнейшее зрелище. Я спешу туда, чтобы ничего не пропустить. Поэтому прощайте, дорогой господин де Сен-Люк. Мы вам очень благодарны, господин де Бюсси. Ну что вы, сударыня, напротив. Это я ваш должник. Вы мне позволили сыграть такую шутку, над которой будет смеяться вся Европа. И, пожалуйста, не забывайте меня в своих молитвах. Это я вам обещаю.